При керосиновой лампе, при лучинке, вечером окна затемнены, война же идет. Писали ему ответ. И вот такие вот наши письма. Ну, не очень много таких писем бы сохранилось, но самое главное, вот это было на фронте. Он читал, он ответил, он сберег, и они вернулись. Вот в чем ценность этого документа.